Добрый день, дорогие друзья! С вами канал «Одна Австралия» и я, Александр Петров. Я хотел бы поздравить вас, дорогие немногочисленные зрители канала, с годовщиной 7 ноября, день, как раньше говорилось, Великой Октябрьской социалистической революции. Знаю, что у многих у вас будет улыбка на лице, но для кого-то это все-таки еще остается праздником, для кого-то это день воспоминаний, но я думаю, таких людей сейчас уже очень мало. В основном это люди, которые помнят о Советском Союзе и о хороших днях Советского Союза. Такие были уже только по рассказам очевидцев и по средствам массовой информации, которые врут не только по этому поводу, они врут по любому поводу. Я помню Советский Союз, когда еще не было людей, которые его разваливали, то есть Юрий Владимирович Андропов, его очень близкий ему человек, его последователь Михаил Сергеевич Горбачев, люди, которые заложили бомбу под страну и взорвали ее. Те люди, которых вы видите в руководстве, в оппозиции России, боюсь, это те же самые люди, которые, может быть, и не участвовали напрямую, но все-таки как-то они имеют к этому отношение и, по крайней мере, они эту страну не защищали. Если руководство страны бросило страну, то, естественно, ее враги ее уничтожат. Ну, так, в принципе, и случилось. Мы знаем, что были у нас такие неприятные вещи, как взяточничество, воровство. Вы вообще, живущие в России, в Украине, в Казахстане, вы вообще оглядывались, что вообще происходит вокруг вас? Неужели вы думаете, что ваши страны гораздо лучше или вообще лучше, чем то положение, которое было в Советском Союзе? До такого уровня криминала, взяточничества, коррупции никто даже подумать не мог. Даже в социалистическом или советском Узбекистане, на который всегда возводили поклеп, и то волосы бы у людей встали бы дыбом, если бы они узнали о том, что происходит сейчас. Счастливые люди умерли уже, даже Ислам Каримов. Когда мы говорим о каких-то заговорах, каких-то Чернобылях, допустим, когда от людей утаивали правду. А вы вообще читали об Оклахома-Сити? Что вы думаете о 9-11, да, 11 сентября? Что вы думаете о Курске, атомной подводной лодке? Весь этот уровень лжи, весь этот уровень какой-то искривления правды, он был даже немыслим во время Советского Союза. И это можно и по Австралии, опять-таки, сказать. У нас уровень коррупции ниже, потому что очень много вещей, как партийные дотации, все эти donations, как бы пожертвования и много чего другое, распределение контрактов и многие другие вещи, они на таком уровне и оперируют такими суммами, что я боюсь, что соизмеримо странам, там Россия отдыхает. Но очень многое это считается даже легальным, хотя это коррупция. Я уже говорил вам о случаях, очень подозрительных случаях визовой всякой мерзости в отношении Украины и украинцев. Когда им то дают, непонятно кому визы, то не дают. И очень все это сомнительно. Так это мы видим только департамент иммиграции. Вы загляните в строительство, во все контракты, как они распределяются, и вам тоже будет очень даже невесело. И то же самое можно взять и тут же террористическую атаку в кафе Линд в Шоколаднице. Я был очевидцем этих событий, у меня занятия были в КОИ, и муж одной из моих студенток звонил, она буквально
за минуты до захвата ушла из кафе Линд. То есть здесь очень-очень-очень много чего неясного. Поэтому можно, конечно, обвинять Советский Союз, но это могут обвинять те, кто лучше. А я что-то не особо это вижу. Что касается вас, дорогие друзья, то плохо, худо, бедно, но мы воспитывались как-то на моральном кодексе строителя коммунизма. Загуглите, посмотрите, что это такое. Неплохая штукенция, между прочим. А на чем воспитываетесь вы? У вас вообще есть какие-то моральные устои, кодексы, которые, если уж вы сами не хотели, то вас хотя бы заставляли им следовать? Тут не надо говорить про православные скрепы. Не будем углубляться, потому что можно такую критику довести, что могут и за оскорбление чувств верующих наказать. Но просто поглядите, оглянитесь, посмотрите на себя. Что я могу вам сказать? Что да, в действительности, в 1917 году, и вообще коммунизм создавали люди совершенно не русские. Это люди, которые русский народ ненавидели всегда до глубины души. Но потом Советский Союз, особенно после Великой вот этой войны, Второй мировой, Великой Отечественной войны, он изменился. И жизнь, в общем-то, налаживалась. Я помню, что не составляло труда обычному человеку совершенно за бюджет поступить в элитные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, тогда это был Ленинград. И можно было учиться очень хорошо, если ты талантливый человек. И можно было заканчивать аспирантуру, можно было становиться руководителем производства, вести научную работу. Никто не вставил никаких препон, чтобы ты шел по административной лестнице. Можно было вступать в партию, можно, кстати, быть глубоко верующим в идеи, идеалы коммунизма. А можно было и не быть таким глубоко верующим, но в действительности хотеть, чтобы твое общество, люди вокруг тебя жили хорошо. И многие коммунисты такие были. Они не особо верили в марксизм и даже в ленинизм. Но они верили в то, что в действительности должна быть справедливость, должна быть социальная, если не совсем уже равенство, но по крайней мере нельзя втаптывать в грязь достоинство рабочего человека, что сейчас делается сплошь и рядом. Это не делается только в России. Это не столько из России идет. Это во всем мире. Я думаю, что Великий Октябрь, он неоднозначен. Он принес очень много бед, особенно, собственно говоря, сама революция. Но все хорошее, я думаю, что вы во мне видите, заложено либо теми моральными устоями, которые формировались при Советском Союзе и при коммунистическом, кстати, обществе, либо моей семьей, которая никогда не была такая архикоммунистическая, но, по крайней мере, жила по той морали, по тем нормам поведения, этики, которая была тогда. Если вы хотите спорить, вы посмотрите на крепость семейных уз, которые в основном есть сейчас, на преданность своей родине, которая есть сейчас, не только у товарищей, которые граждане России, но и у любой другой страны. Насколько преданы своей стране австралийцы или французы или любые другие так называемые развитые страны. Они очень легко и охотно покидают свои страны, забывают о них. Это тоже не очень хороший знак. От того, что вы потеряли, вы еще очень много и долго будете страдать. Вы потеряли свою родину, и вы потеряли ту целостность, если хотите, нации, национальности, исторической общности советского народа. Вы ее потеряли, даже если вы с хрипотой, с пеной у рта доказываете свой патриотизм, находясь в своих Россиях, Украинах, Казахстанах. Потому что то, во что превратился Советский Союз, это, ну, по крайней мере, это не сравнится с тем, что было в Советском Союзе, даже в его не самые лучшие времена. Поэтому я думаю, 7 ноября
Это день, когда люди должны задуматься, вспомнить и что-то в своей жизни изменить. И тогда вам легче будет жить. Вы будете жить в мире с самими собой. Вне зависимости от того, живете вы в России, в Украине, Казахстане или вы эмигрируете в Австралию. 7 ноября – это день, когда люди должны задуматься, а туда ли и так ли они идут. Или, может быть, надо все-таки что-то поменять в своей жизни, поменять в своем обществе. Я думаю, что очень многие, власти многих стран именно не хотят, чтобы вы вот так вот иногда задумались. Вот что такое 7 ноября, а не просто какие-то октябрьские флаги, демонстрации. Но даже в этом случае я был в Шанхае во время 70-летия Китайской Народной Республики, создания коммунистического Китая. Насколько было весело, интересно. Люди не врали, люди в действительности искренне радовались, что их страна все-таки что-то начала значить в этом мире. Люди поверили в себя, люди стали богаче, люди стали ездить по миру, но при этом, да, и очень многие эмигрируют, но при этом Китай развивается, Китай растет. Это все то, что мы потеряли, втоптав в грязь самое лучшее. Вместе, наверное, с самым худшим, но самым лучшим, что было у 7 ноября. У китайцев есть свой 7 ноября. По-моему, это 1 октября. А у вас, дорогие друзья, этого нет. И никогда уже не будет. Спасибо.